От резных игрушек до вышивки бисером. 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В Нягане старт этому событию дала выставка народных промыслов. То, как в добрых руках оживает брусок и кусок ткани, увидела наш корреспондент Евгения Самойлова. Мы должны на одну часть кисти взять красную красочку, на одну часть, а нас повернуть, на вторую часть взять белую красочку. Красно-белое, видите? И мы начинаем делать узорчик. Урало-сибирская, а еще мезенская гжель, жостовская хохлома. Видов росписи на Руси много. Рассказать о техниках, показать готовые изделия. В музейном центре Нягань стартовали дни народных промыслов. Деревянная игрушка в руках мастера Сергея Котова не случайна. Он ее автор. Выполнена в богородской технике, о которой известно на Руси с 16 века. Делается из липы. То есть там, где мастера работают, там липы много и, как бы, соответственно, делаются из липы. У нас в Нягани липы нету, я заменяю это кедром, вот, делаю из кедра. Ну, времени уходит, как бы, ну, скажем, не знаю, ну, полдня, вот, допустим, на эту игрушку. Держи, я завяжу, ты держи кубку, я завяжу. А здесь мастер-класс по изготовлению северной берегини. Изготовленная из ткани, в виде венчика. Считается, что она выметает из дома все плохое, оставляя в нем лишь радостные моменты. Мне вот понравилось сделать такие куколки. Я не знала, что из такой простой ткани можно сделать такие. Выставка «Добрых рук. Мастерство» открыла в Нягане празднование Года народного единства и нематериального культурного наследия народов России. Тематика 2022 года «Сквозной линии» пройдет через все мероприятия городских учреждений культуры. Мы свой календарный план выставочный формировали именно таким образом, для того, чтобы эту тему, это направление в искусстве раскрыть как можно больше, глубже. Поэтому все мастера у нас в этом году, те, которые готовы к персональной выставке, они найдут свое пристанище в стенах нашего музея. Югра – регион многонациональный. В той же Нягане проживают представители 80 национальностей. Действует 16 национально-культурных центров. Укрепление межнационального мира и согласия в этом городе, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики неоднократно отмечалась наградами самого разного уровня. Здесь умеют дружить, а еще успешно заниматься народными промыслами. Руки у мастеров по-настоящему добрые. Только такие могут помочь появиться на свет изделиям теплым, удивительным и красивым. Евгения Самойлова, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягань.